Приятные цены, широкий ассортимент, система скидок, бонусная программа и, конечно же, акция. В преддверии новогодних праздников за покупки получайте подарки. За подробностями спешите в магазин «Премьер» по адресу улица Кутузова, 16. Ну, я бы, что бы хотел сказать. Понятно, обе команды тут спорили, кто будет повыше за это место. В общем-то, да, и мои ребята старались, сделали, наверное, все, что могли, имели, в общем-то, в третьем периоде, когда перешли на три звена, имели несколько хороших моментов для того, чтобы забить, не забили. И в овертайме были моменты, ну, наверное, так, абулиты, в общем-то, лотерея, как бы, да, и не в нашу пользу. Так, в целом, я остался доволен концовкой матча, по крайней мере, мы третий период не проиграли. Что-то ребята выложились там хорошо, да, ну, надо работать. Перерыв как раз вовремя, и надо будет готовиться дальше. Все. Ну, конечно, хочу поблагодарить ребят, конечно, хорошо заканчивать такой, это, вот, на уйти на перерыв, вот этот сейчас будет короткий перерыв на 10 дней с хорошим настроением. Ребята это понимали, очень здорово начали. Первый период, я считаю, что мы хорошо отыграли, второй период не вошли сразу в игру, нахватали очень много невынужденных удалений. Ну, благодаря ребятам, которые вот втроем, четвером мы выстрелили, вот это был переломный момент, потом мы опять заиграли в свою силу, стали создавать моменты, очень много моментов создали в конце второго периода, но не реализовали, как обычно, так у нас бывает. В третий период маленько очень прижались к воротам, хотя не было такой установки, но ребята хотели сохранить счет, я их понимаю. Все-таки вот эта серия, неудачная серия, которая все-таки на них давлеет еще. Ну, я благодарен ребята, что они все-таки до конца играли. И, в принципе, абулиты – это лотерея. Нам сегодня улыбнулась удача. Но, как бы, удача сильным улыбается. Поэтому я благодарен ребятам. Спасибо. Игорь Михайлович, команда начала наконец-то забывать в большинстве. Это сказывается та каждодневная работа, которая была? Или, в принципе, что-то в последнее время пересмотрели немного? Да нет, это мы работали с предсезонки. У нас на предсезонке мы здорово забивали большинство, потом у нас как бы как отрезало, сейчас опять начали забивать. Для меня этот феномен необъясним, потому что все, что мы наигрываем, почти каждый день у нас, каждая тренировка начинается с 5-4. Мы начинаем большинство разыгрывать по хорошему льду, чтобы ребята были, ну, хороший лед, чтобы им не мешало какие-то претензии к льду. Поэтому сейчас мы опять сегодня 2 гола забили в большинстве, поэтому я очень рад за ребят, что все-таки работа принесла плоды свои. Сейчас перерыв в чемпионате, если не секрет, по плану команды будет тренировочный, дадите ли какие-то выходные дни ребятам? Не, ну, конечно, выходные дадим, и, в принципе, я со многими тренерами КХЛ разговаривал, в принципе, как где-то стандартно, 3 дня выходных у нас будет, а ребята отдохнут, отдохнут от льда, отдохнут друг от друга, потому что все-таки мужской коллектив все время, каждый день друг друга видеть тоже где-то надоедает, поэтому надо где-то побыть в семье, отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами с 18 числа начать работать, готовиться вот к заключительному этапу чемпионата.